Когда Иван Грозный взял Казань, очень многих татар убили. А те, кто остался в живых, спрятались. Кто в лесу, кто в пещере, кто на островах. Прошло время, все они встретились и задали друг другу вопрос. Живы ли вы? Живы ли вы? Вот так. Много лет спустя эти слова стали у татар приветствием. Отец, хватит. Слишком длинная легенда.